Я действительно рад встретить вас сегодня здесь, в парламенте Латвии. И я думаю, что у нас уже есть хороший опыт сотрудничества. Республика Молдова всегда была одним из приоритетов сотрудничества не только с парламентом, но и нашей внешней политики. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Адриан Федеско. Да. Я извиняюсь. Добрый день, дамы. А я пользуюсь случаем, вот вы разденьтесь, а потом я вас выведу, покажу. Ни у одного дома нет такого балкончика, у нас тут выйдет. Я сейчас покажу, как это. Единственный балкончик, который у нас есть, сойдет. Смотрите, какой хороший вид на Домский собор, да? Ага. Главный лютеранский, это главный католический собор. Вот парламент виден, как на ладони, да? Не, ее не привели сюда, потому что здесь была немножко иная легислатура, да? Я думаю, что ваш приезд это очень хорошее продолжение, скажем, тех контактов, которые у нас уже были. А самое главное, что мне кажется, что это очень продуктивно, когда помимо парламентариев начинают и сотрудничать и конкретные институции, которые, в общем-то, отвечают за реализацию тех или иных проектов в жизнь через законодательные акты и через организацию самого процесса.